История со счастливым концом. Хозяйка кота, который почти сутки жил в райотделе полиции, нашлась. Надежда Жидловская, жительница Красноярска, увидела своего любимца в новостях телеканала «Енисей». И уже через несколько часов забрала его домой. Я напомню, в полицейский участок кот попал случайно. Накануне наряд выехал по звонку бдительных жильцов из Октябрьского района. Во дворе они обнаружили сумку, оказалось, что в ней спокойно сидит кот. Животное временно приютили в райотделе в надежде, что хозяева вскоре найдутся. Так и случилось. Надежда рассказала, что отдала кота на время своим знакомым, но те по непонятным причинам оставили животное во дворе жилого дома. Хозяйка говорит, больше отдавать своего Бусю, именно так зовут кота, никому не собирается. Я сразу узнала его и поняла, что это мой кот. Мне его стало жалко, я решила его вернуть домой. И больше никому не отдам. Доживем сами. Буся, Бусенька, маленький мой, пойдем домой.